власти считают террористической организацией. Нам звонит Колин. Колин, что скажешь? Раньше я говорил, что нужно арестовать этот ДЦ к чертовой матери. А теперь вот, теперь я считаю, что их нужно к стенке ставить. А тебе не кажется странным, что преступниками назначили их, а доказательств нет? А ТНМ? А весь наш город? Какие еще доказательства нужны? Хотела бы напомнить, что Дэдсек редко прибегал к насилию. Альбион за пару месяцев покалечил больше людей, чем Дэдсек за все время. На ум приходит словосочетание «козел отпущения». Теперь нам звонит Эмили. Эмили, что скажешь? Ты абсолютно права, Клэр. Правительство пытается подставить Дэдсек, чтобы сделать вид, что у них все под контролем. Скорее всего, они понятия не имеют, кто устроил теракты. Но в новостях об этом не скажешь, так ведь? А Дэдсек давно действовал им на нервы. Нам дозвонилась Энджи. Что скажешь обо всем этом? Дэдсек просто показал свою истинную сущность. И мы столько лет потакали этим преступникам. Террористы разгуливали буквально у нас под носом. Ты считаешь, что Дэдсек опаснее банд, терроризирующих город? Даже клана Келли? Келли могут поджечь твой магазин, но в крайнем случае убьют. Но они точно не станут взрывать здание парламента. Нам дозвонился Крипто-Король. Предпочитаешь использовать псевдоним? Все должны использовать псевдонимы. Зачем облегчать им жизнь? Мы же знаем, на что они способны и как далеко могут зайти. Подожди. Ты говоришь о правительстве? Ты считаешь, оно ответственно за теракты? О, поверь мне, Клэр, у них были союзники. Все они заодно. Правительство, Альбион, Сирс, Плюм, долбанный Скай Ларсен, все, вплоть до тех, кто сидит на Даунинг-стрит. Они хотят запугать нас, хотят контролировать наш разум, выжить нас до последней капли, а потом, когда мы сдохнем... Ситуация хуже, чем я думала. Супер. Расскажем жителям Лондона всю правду.